Я тянусь к нему, он закинул, я его хорошо. Я к этому стою. А вот здесь маленько растяните вниз, растянись. Да. А сейчас не делайте как сопротивление, а именно растяните себе спину. Я тянусь. Ага. Опять здесь тянусь. Подвинусь. Вот и теперь мой партнер толкает меня в плечо. Можно с тайхан. Чтобы было понятно, что искренне не промахивается, двигается. Я бы, конечно, советовал подбородок, но чтобы мы были более безопасны на самом деле. Для старших. Не контролируйте эту точку. Надо раз максимально длинный. Контролируйте вот эту. Если нужно положить. Thank you.
мне хотя бы начало. Ну, мне интересно, если стало. Судя по фактуре, должны были наши силы. Вот теперь смотрите, что мы должны сделать. Первое, после захвата, вы блокируете руку так, чтобы он ее смог забрать. Избирательно. Мысль понятна? Вам не нужно здесь ничего держать лишнего. Следующее, это опускание плеча и фиксирование его колени. Потом, если я так начну нагибаться, у меня начнет сгибаться локоть, и на самом деле болячка произойдет не скоро. Поэтому вы наоборот выпрямляетесь, потом скручиваетесь, а уже потом начинаете нагибаться. Есть вариант, когда вы вот. Так, надо еще одного. У кого еще? Давай. Я же делаю это не для того, чтобы вам было больно, а чтобы у вас все наоборот начало работать. Взяли, я нахожусь в положении кинза, когда носочки подняты, скрутился и здесь видно, здесь видно, выпрямились, связка. Второй вариант, как вы здесь делаете? Направление то же самое. Будет время. Ну, я имею в виду друг с другом. Боритесь, оставайся. Дальше. У нас можно здесь. Пока статика. У вас есть дистанция с этой стороны. Для девчонок это же хорошо. Как вы думаете, вы здесь сможете с ним справиться? Нет. Впереди стоящая нога, она у него очень сильная. Вот это давление как раз впереди стоящая нога. У вас острый. Еще раз. К себе. Острый. И отсюда уже не отцеплять. Будете проверять вашу стойку. То есть я здесь продавил, сделал крюком. Он падает. Да. Он либо держит, либо... Сейчас прям так хорошо дернет, я буду неустойчив. Раз. И вот он вас может во время ваших действий. Ну, вы такие молодец. Он может остаться еще. Раз. И вот она. Да. Дальше. Ну, а что это руками так сильно? Разбивайте его. Давайте его. Ты когда-то упал, не видишь. Не мотаешься. Да. Сюда на себя. А тут опять включается. Та же дистанция. Теперь у вас рука сюда не идет. Ну, например, девочка, девушка. А меньше. Пока она туда не дотянется. Вы просто почувствуете, как вы накручиваете и понижаете свинку. Здесь остается. Видишь, рука как согнута, все. Сейчас сюда вот раз. Раз. Но характерно вкусно. Если не хрустит, дистанция. Теперь
теперь выходной день. Захожу в него, видите, уже пошло. И... Смотрите, я иду за него. Мне нужно его прямо раскрутить вдоль оси, потому что стандартный это не получится. Потому что у него ось не сломана, не надо ее упрощать. Я еще не даю ему палец. Я сочетаю, но я не знаю.